Всем привет, друзья, вы на канале Дудаплей. Мы продолжаем играть игру Hills of Steel. И у нас вот такой вот мощная оса. Не оса, это Атлас, танк Атлас Стелс. Да, он прозрачный. И по идее его не должны видеть другие танки. Но его видят. Давайте постреляем. О, готов. А, нет, не готов еще. На, держи, получай. Монетки собираем, чтобы было побольше монеток. И стреляем вот этого еще. Есть, уничтожили. Идем дальше. Кто у нас здесь будет? А, получается у нас, ребята, в основном лазерные. И босс должен быть лазерная пасть, по идее. Ну, сейчас посмотрим, кто у нас будет босс. Как бы здесь не обязательно, чтобы будет лазерная пасть. Но, как бы, по идее, это должна лазерная пасть быть. Сейчас это мы узнаем. Смотри, я с одного... А, нет, с одного удара не получилось. Но у меня крутилочка есть. На! Смотри, как крутилка уничтожает быстро. Ну, относительно быстро, конечно. Быстрее я буду их, них, когда стреляю. Ух ты, готов. Так, ну давайте посмотрим, кто у нас там. Нет! Нет, не лазерная пасть, а просто обычный кнут. Босс-кнут. А сейчас мы его щелкнем. На! Все, очень быстро мы уничтожили босса, ребятушки. Очень быстро. Ну и монеток заработали тоже неплохо. Ну, ребята, выбираем Теслу. Теслу. И поехали на Тесле. А, теперь я понял, почему у меня Тесла такой, такая слабая, слабый такой танк. Потому что я его еще ни разу не прокачивал. Конкретно вообще. Реально, ни разу не прокачанный танк. Но поэтому он и слабенький пока что. Вот, как начнем на нем играть. Да, надо немножко поиграть на этом танке. И потом у нас появится прокачка. Прокачка обязательно появится. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Давай мы тебя щелкнем, сейчас есть, готов. Уничтожили. Так, вот он. Летит. Чувачок. Сразу мы его уничтожаем. Надо подлечиться. Немножко. Во. Летит. Кто-то там летит. Да, сейчас двоих там сразу, смотри. Есть. Они вдвоем взорвались. Это хорошая функция у Теслы. Что можно сразу двоих уничтожать. Врагов. Но пока что вот луч такой вот, что бьет непонятно куда. На. Еще один ударчик тебе. Все, готов. Где-то здесь. Так, ну сейчас еще одного убьем и будет босс. Одного или двоих. О, давай, 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 давай. Есть. Все, босс, ух ты, а босс у нас повелитель. Повелитель, хорошо. На, держи, повелитель. Ух ты, как он жарит, смотри, слушай. Есть. Уничтожили повелителя. Ремкомплект берем. Подлечились. Вот, летит, летит уже. Вдвоем решили на меня, да? Реально, они вдвоем на меня полетели. Слышу еще один. Летит. А, нет, их тоже двое, смотри. Чисто вдвоем решили меня уничтожать. НЛОшки. Так, давайте я вас сейчас отщелкаю сразу. Один готов. И второй. Ё-моё, смотри, сколько здоровья меня отнял. Офигеть. О, летит. Так, ладно. Ждем. А, вот так, да, значит? Ну, я вас сейчас пощелкаю. Ух ты, уничтожили меня, да, к сожалению. Так, 114 монет мы тогда заработали на Марсе. И сейчас я хочу проверить, сколько я могу заработать на Луне. На Луне у нас будут в основном танки. Ну и монет платят на Луне меньше. 5 монет всего лишь. А на Марсе 6.
мне интересно, сколько я смогу сейчас на Луне заработать. Может быть, здесь проще, что танков больше все-таки. Опа! Так, подожди, стой. Надо еще метиться, вот это мне не нравится. Тесла. У тебя же электричество, оно везде найдет дорогу. К любому железу. Так, вот этих двоих сейчас мы. Есть один и еще один. Готов. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Скоро-скоро будет босс. Подлечимся. Сейчас подождем босса. Опа, красненький. Вот, зато мне я сразу могу два танка уничтожать. Ну, наконец-то, босс. Ага, кнутик, да? Кнутик, давай, иди сюда. Сейчас я тебя отщелкаю. Так, пирожки, да, свои будем бросать. Все, готов, отдыхай. Отлично. Сейчас подлечимся. О, практически 100% у нас. Ну, не 100%, но... близко к этому. Да, сейчас танки злые стали. Их больше будет. Вот, смотри, сколько много танков. Один готов. И второй. Все. Уничтожили. Так. Вот. 5-2 танка, смотри. Но мне удобно, что я 2 танка сразу уничтожаю. О-хо-хо-хо-хо, заряда нету, заряда. Есть. Так, ребятушки, дайте мне монетки собрать. Спасибо. Смотрим. А, вот, смотри, едет. О-хо-хо-хо-хо. Ты чё? На тебе. Отдохни. А, красненький, ё-моё, ещё это, Тесла. Ой, Тесла, говорю. Ух ты, блин. Все уничтожили, сейчас посмотрим, сколько я денег заработал. Так, тогда я 114, да, поднял здесь. 123. Ну, в принципе, одинаково. Одинаково. Поэтому мы можем атаку Марса продолжить. Угу. Так, что ж ты меня застреваешь там? Вот, едет уже первый. На! Готов. Есть. Так, вот летят. Слышу прям. Во-во-во. Один, да, только был? Да, только один. Вот, еще один. Едет. На! А, двое вот. Чуть-чуть меня подранили, конечно. Но не, ну ладно. Ух ты, ё-моё, смотри как, да? Стреляет просто. Криво как-то. На, есть. Так, подлечиться надо срочно. Хорош. Во, летят, летят уже. И, наверное, тут несколько и будет. Ага. Только не нравится, когда рядом они. Танки. НЛОшка летит. Мы их просто-напросто вдвоем уничтожаем. Так, вот, двое вас. Есть. И, ух ты, босс у нас повелитель. Ну ладно, давай. Попробуем. О, получай. Так, давай немножко отъедем. Ой-ой-ой-ой. Не знаю, как тактика. Не очень хорошая. Уезжать надо, просто мочить и все. Мочить и все. Уничтожили. Но здоровья у меня очень мало. Давайте подлечимся. Да, желтенькая стала. Ой, это меня босс поджарил, да. Надо нам улучшение срочно делать на танк. О, летит, летит, слышу. А ну-ка, есть. Вдвоем. Еще и танк красный, смотри. Так, это... Ох ты, еще один. О, да вас двое там. Катюша танк. Есть.
едем дальше. Вот, слышу, слышу, смотри. Жук, жук, жук. Во-во-во-во. Так, один есть. Второй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, вот это здоровье-то мало у меня. Ой, сколько танков. Давай спрячемся здесь. В ямке. Нет, в ямке не получилось спрятаться, они меня убили. Посмотрим, сколько монет заработали. 137. Очень хорошо.